Для того, чтобы понять, что такое феодализм вообще и западноевропейский феодализм, в частности, нужно отойти на большое расстояние и посмотреть как бы из космоса всемирную историю. Я сейчас буду обосновывать этот тезис. С другой стороны, вполне конкретное название, потому что мы действительно работали и работаем сейчас над переизданием, всемирной истории. Вот она внизу здесь, видите, у нас обозначены ее тома. И работа над этой всемирной историей, вот я отвечал за второй том, работал тоже с третьим томом, она и подвигла к некоторым общим наблюдениям. Мы не одни во Вселенной, это такой тренд. Ну вот, видите, английское издание «Всемирная история». Есть несколько подобных изданий даже в Австралии, французы сейчас работают над этим. То есть это общая мировая позиция. Итак, начну вот с чего. Для социологов, и таких исторических социологов, очень модной фигурой оказался магрибский мыслитель Ибн Халдун, который жил в самом конце XIV, в самом начале XV века. Он жил в Андалусии, в Марокко, в Тунисе действовал. Больше всего прославился уже в конце своей деятельности. Работал в Египте, в Каире. И даже встречался в качестве посла египетского султана, встречался с самим Тамерланом в Сирии. У него был богатый жизненный опыт. Он писал много трудов. И вот в введение к своему главному труду историческому он обосновал теорию, которую, благодаря которой его считают отцом социологии. Для понимания его теории важно понять слово «ассабия». «Ассабия» можно перевести как воинская сплоченность, дружелюбие, узы родства, желание отдать всего себя на общее дело, не щадя себя, высокое представление о воинской чести, о славе. Все это дает понятие ассаби. В исламе этот термин известен, конечно, был и раньше. К нему отношение неоднозначное, потому что ассаби – это иногда хорошо, а иногда плохо, потому что это помогает людям творить как добрые, так и недобрые дела. Но для Ибн Халдуна важна сама природа, сама социальная природа этого явления. Так вот, представим себе государство, пишет он. В этом государстве живут правители. Сначала они добродетельные, потом они погрязли в роскоши, в разврате. Каждый заботится только сам о себе. Их многочисленные потомки просто растаскивают страну на части. Страна приходит в запустение, никто не заботится об ирригационных сооружениях, никто не заботится об обороне, народ угнетают все новыми налогами, потому что это все разрастающаяся армия, нужно, братья нужно кормить. Поднимаются народные восстания, народ разбегается. А в это время где-то рядом, на периферии, появляется племя, народ, который готов пожертвовать всем ради воинской славы, который готов спать на голой земле, который заботится только о своих, ну, о своих ближних, о своих подвигах и не щадит самого себя. Они чужды всякой роскоши. И, конечно же, этот народ разбивает это прогнившее государство и приходит к власти. На простому народу, жителям от этого даже легче, потому что ушли их угнетатели. Налогов теперь платить нужно немного. Да, конечно, там воины, пожарища, но потом жизнь восстанавливается, и они приходят к власти, они создают сильную державу, они делят ее, делятся этой властью. Поначалу все идет хорошо, потом следующее поколение уже не так заботится об общем благе, они уже привыкают к роскоши, им хочется для своих многочисленных детишек больше оставить и больше достичь. Они уже не очень хотят воевать.
Многие предпочитают нанимать наемников, наемную армию держать. А их внуки, третье поколение, уже, в общем, ничем не отличаются от тех людей, которых прогнали раньше. И вот появляется какое-то новое племя, которое готово спать на земле, которое готово пожертвовать всем ради своей воинской славы, ну и так далее. История повторяется. Это, с его точки зрения, такая цикличность истории, с которой трудно вырваться. Он даже рассчитал цикл. Это примерно три поколения для него. Правда, поколение у него не 33,5 года, как в современной демографии, а больше, поэтому получается больше 100 лет, порядка 120 лет. Но, тем не менее, вот такой закон. Здесь все вот увязано в этих таблицах. Знати становится сильное население, сильное войско, создает могущественную династию. Знати становится все больше. Богатство и роскошь знати и приспешников приводит к тому, что тратится все больше продовольствия, народу извлекается все больше налогов, и в неурожайные годы происходит голод, народные восстания и так далее. Насколько умозрительна эта система? Он знал, о чем писал. Вот на Ближнем Востоке просто два примера, хотя этих примеров можно приводить сколько угодно. В конце X, начале XI века здесь, на территории современного Марокко, было довольно-таки сильное государство, богатое. Вот город Фес, он прежде всего самый древний университет, все было хорошо. И вот появились проповедники, которые говорили: «Как вы живете, правоверные? Вы забыли единобожие, вы утопаете в роскоши, вы поклоняетесь каким-то предметам, каким-то красивым статуям, каким-то картинам, вы вообще отступники». Этих пророков побили камнями и выгнали из города. Они ушли далеко-далеко в пустыню, здесь уже начало пустынной зоны, построили там свое укрепление, Аль-Марабут, вот, и начали проповедовать племенам бедуинов, которые кочевали. И этим бедуинам все очень понравилось. Они сказали: какие хорошие люди, как они хорошо все объясняют. Мы честные воины, мы честные пастухи, мы не хотим роскоши, мы не хотим многобожия, мы воины ислама. И вот это сильное войско нападает на уже утопающих в роскоши правителей, завоевывает сначала Фес, потом горную часть Марокко, потом вторгается в Аль-Андалус, здесь наводит порядок, отбрасывает крестоносцев назад. Все очень хорошо. Но потихоньку они снова, уже второе, третье поколение, тоже так же утопает в роскоши. И тогда приходят уже новые проповедники, которые говорят, что наши правители утопают в роскоши, они плохие мусульмане, они не заботятся о вере, живут очень плохо. Их опять, этих проповедников, выгнали. На сей раз они ушли в горы. И там горцы, воинственные горцы, бедные, не утопающие в роскоши никогда, но очень воинственные, они сказали: какие хорошие люди, как они правильно все объяснили. И вот эта мощная армия аль-Маравидов, аль-Махадов, вот, свергает прежнюю династию, завоевывает дальше земли в Аль-Андалусе, завоевывает заодно еще современный Алжир и Тунис. То есть огромное, создается очень сильное, огромное государство. А потом и оно приходит в упадок. Это повторяется, и Ибн Халдун, в общем, знал историю, он и описывал то, что он видел. Насколько это универсальный закон, свойственный для всех средневековых обществ? Ну, собственно говоря, что из этого следует? За взлетом культуры идет неминуемый политический упадок. Ну, если посмотреть на то, что мы знаем о средневековой культуре в целом, да, евразийской, то прямо так и получается. Вот был завоеватель Тимур, он построил Самарканд, прекрасный город отстроил. Его потомок, его внук Улугбек, занимался философией, занимался астрономией, построил великолепную обсерваторию, а потом его свергли, и он умер на пути в хадж, во время хаджа, на пути в Мекку. В общем, все очень плохо. На этой картинке это 12 век, замечательно, конец 11-го, начало 12 века, империя старшая Сун, император Хуэйцзун, его называют чайным императором, потому что первое, что он сделал, придя к власти, написал трактат о том, как заваривать чай. Если в государстве будет правильно заваривать чай, то будет всеобщая гармония, будет все правильно.
Но он также занимал, он был художником. Вот это вот его подлинные картины, которые сохранились. Он родоначальник китайского стиля «Цветы и птицы» придворного насаждал. Он был коллекционером искусств, он был поэтом, он был музыкантом, он писал даосские гимны. Ну, в конце концов, пришли Чжуджэне, все кончилось плохо, его взяли в плен, умер он где-то на территории нашего Забайкалья. Империя старшая Сун была завоевана. Дальше, собственно, мы можем это представить в виде такого вот колеса фортуны. Взлет, падение. И к этому средневековые люди привыкли. Ну чего, понятно, фортуна изменчива. Все более-менее понятно до одного момента. Потому что на Западе как раз, начиная с какого-то периода, вот это вот колесо фортуны заело. Ну да, была Римская империя, потом она пала, потом был Каролинский ренессанс, Карл Великий, потом, значит, эта империя пала, потом был Атон Великий, он, значит, ну, его тоже империя сломала. А начиная, например, с XI-XII века, все, ничего больше не происходит. Вот у них культура развивается, а назад она не отступает. Но был такой фильм советский, «Кавказская пленница», и там молодого этнографа учили тостом. «Давайте выпьем». Значит, и среди тостов его вырезали из цензуры. Был такой: «Давайте выпьем за то, чтобы у нас все было, а нам ничего бы за это не было». Так вот, у них все есть, а им ничего за это нет. Почему работает колесо фортуны? Потому что государство богатеет, оно становится не таким воинственным, оно утопает в роскоши, потом приходят следующие воинственные люди, государство, значит, культура откатывается назад, а потом снова идет колесо. А здесь никто не пришел и никто не завоевал. Они каким-то образом продолжали развиваться. Я не могу сказать, я очень люблю XII век европейский, но я не могу сказать, что культура XIII века хуже, чем культура XII века. Да? Или что культура XVII века – это шаг назад по отношению к культуре XVI века. Да, с моей точки зрения, где-то, конечно, можно там, да, в музыке или в живописи я бы поспорил, но в целом это такое утверждение. Собственно, мы как-то привыкли, да, что человечество развивается прогрессивно, приходит в новые эпохи. Но оно совершенно не обязано развиваться прогрессивно. Это скорее исключение, чем правило. И чем же эта европейская исключительность объясняется? Объясняется ее динамика. Некоторые говорят, ну, например, наш очень хороший востоковец, ранее уже ушедший от нас Леонид Васильев, он объяснял это так, что было прекрасное античное наследие вот на Западе. И оно и объясняет вот эти полисы, города свободные, они объясняют и демократию, и развитие западных всяких традиций. Да, в средние века был небольшой упадок, но потом античная традиция восстанавливается, и вот поэтому Запад – это Запад. Можно с этим согласиться, но если мы посмотрим на Римскую империю, то античные традиции были, собственно говоря, везде, на территории этой империи, да? А, собственно, динамично стала развиваться только эта часть. Так что автоматически это не работает, это объяснение. И к тому же все-таки как очень большой был перерыв между вот античным взлетом и потом, когда через, ну, через 700-800 лет снова начинается какое-то развитие на Западе. Сложно объяснить это только античностью. Да, античное наследие, конечно, важно, но не все им воспользовались. А если воспользовались, то как и почему? Есть другое объяснение. Ага, есть протестантская этика. Макс Вебер всех научил, что вот дух капитализма, он родился из протестантской этики и так далее. Но тут даже и спорить-то не с чем, потому что это неправильно. Это неправильно не с точки зрения XVI века. И если бы Кальвин узнал, прочитал труды Макса Вебера, он бы, в общем, его сжег на медленном огне, как он сделал это с Мигелем Серветом, потому что меньше всего на свете Кальвин мечтал об обогащении и призывал всех остальных обогащаться. Значит, а уж тем более это никак не объясняет прогресса Запада в XII-XIII веках. Никакого Кальвина не было, и протестантской этики тоже не было. И, с другой стороны, чем протестантская этика лучше этики конфуцианства, где, в общем, все эти принципы
великолепно подходит для развития капитализма, что и показывает Дальневосточный регион сейчас, Азиатско-Тихоокеанский. Так что этическое объяснение интересно, но не очень работает. Но есть много других объяснений. Может быть, наука, да? Если мы посмотрим, к сожалению, темный кадр, но это вот основное то, с чего мы начали, то эти два посла, между ними стоят всякие измерительные приборы, геометрические фигуры, и многие считают, что это мистическая картина, которая там намекает на какие-то оккультные знания. Да, в XVI веке, в XVII веке будет научная революция. Но она, наука развивалась гораздо раньше и гораздо интенсивнее в других регионах. Если взять только один Китай, за тысячи лет до этого, да, изобрели производство бумаги, книгопечатание с наборными металлическими литерами. Да, то, до чего додумается Гутенберг в середине 15 века, в 10-11 веке в Китае спокойно работало, при том, что литер здесь намного больше, иероглифов много. Но печатали. Вот, ну, знаменитый компас магнитный, который потом через арабов придет в Европу. Они этим владели в эпоху империи Тан. А это вообще так и не разгаданная фигурка. Это всадник, который указывает всегда на юг. Это не компас, никакого магнетизма нет. Почему он указывает на юг? Никто не знает. Но он указывает. И китайцы очень много чего изобрели, вот чего сейчас даже понять нельзя. Они изобрели действительно все. Но почти ничем не воспользовались. Воспользовались другие. То есть наука сама по себе очень интересная вещь. Да? И математика вот империи Сун, о которой я говорил, 12-13 века, она по уровню... Математикам-то легко... Это живописцам трудно сравнивать или поэтам, да, где лучше развитие. А у математиков все понятно. Да? Сложность задач, которые они решают. В общем, они вполне соответствовали европейскому 17 веку. Вот в 17 веке, да, появляется уже там Лейбниц, и там появляются математики, и тогда уже Европа действительно, европейские математики знают больше, чем китайские в 13 веке. Но это в 13 веке. Зато потом все отошло назад. Значит, наука сама по себе ничего не объясняет. Ну, есть еще такой тезис: Европа – дитя моря, открыта к морю. Но к морю открыта не только Европа, а, скажем, Япония, Индонезия, много других стран. Да и вот прекрасные образцы. Вот это вот каравелла Колумба, а это китайский корабль-сокровищница Баочуань, который плавал в начале 15 века. И флотилия этих Баочуаней практически превратила Индийский океан в Китайское озеро. Они плавали на Африканский рог, привозили оттуда жирафов, они плавали, ходили в Мекку, потому что много было среди моряков мусульман, они ходили, совершали хадж. Если бы Васко-да-Гама приплыл так лет на 80 пораньше в Индийский океан, он бы понял, что все, место здесь занято. Видите, какие большие корабли. Корабли великолепные по оснастке, они были оснащены бамбуковыми перегородками, то есть течь была не страшна в трюме. Вот. Ну, это греческий огонь, то есть греки тоже не последние мореходы, которые Западная Европа так и не освоила до 20 века, секрет. Ну, собственно, греческий огонь — это напалм. Вот. А это корейский кабуксон, корабль-броненосец, тоже изобретение 15-16 века. То есть другие народы, прекрасные мореходы, не хуже европейцев, много чего здесь изобрели. Значит, технология мало что может объяснить. Вещь полезная, важная, но ее самой по себе недостаточно для объяснения прогресса. С моей точки зрения, для того, чтобы понять, почему Запад так сильно рванул и в чем его исключительность, нужен мир-системный анализ, который исследует не только изнутри те процессы, которые происходят в каждом обществе, а в общем контексте. Ну, вот один из примеров – это Джанет Абулхуд, англо-индийская исследовательница, которая вот предложила, одна из первых, тогда еще в 80-е годы, предложила такую систему, что мир-система сложилась не в 19 веке и даже не в 16, а вполне существовала в 13. И вот один из первых глобализаторов — это был Чингисхан, который объединил вот эти разрозненные круги. Круги торговые, цивилизационные, которые вот эта его система объединяла все эти разные вселенные. Ну, попробуем зайти с этого конца. А если посмотреть на старый свет, без доколумба в Америке, Африке, Южнее Сахары, Австралии, Океане, то стержнем всей этой системы является то, что Лев Николаевич Гумилев и многие другие называли Великой Степью.
Это степь, раскинувшаяся от Хингана до Венгрии, на всяком случае до Черноморского побережья, так называемые южно-русские степи. И в этой степи складываются кочевые хозяйства, сложное кочевое хозяйство, вот действительно кочевое, как вот мы привыкли видеть, да, с юртами, перекочевками, это вещь очень поздняя. Она возникает, в общем-то, в первом тысячелетии до новой эры. А в начале первого тысячелетия новой эры возникает такой феномен, как кочевые империи. Кочевое хозяйство, это очень важно, чтобы понять, это такая удивительная вещь. Оно безумно производительно. Если в оседлом мире, оседлая цивилизация, нужно, ну, условно говоря, 90 человек, чтобы кормить остальные 10, а остальные 10 будут а. воевать, б. молиться, в. управлять, создавать культурные ценности и создавать, там, заниматься ремеслом, то в кочевом хозяйстве достаточно 12 человек, чтобы остальные 88 уже могли совершенно спокойно заниматься любимым делом, то есть отрезанием голов, воспеванием своих героических подвигов предков и другими достойными охотой. Вот. Причем эти 12 оставшихся, это не обязательно должны быть воины, да, это могут быть подростки, это могут быть даже женщины, которые прекрасно владеют, для того, чтобы отгонять стада и так далее. И это сразу же превращает кочевое хозяйство в такую бомбу замедленного действия, потому что соседям с ними довольно-таки опасно. С другой стороны, кочевое хозяйство очень уязвимо. Оседлый человек, как вы, может быть, помните из рассказа о Иосифе Прекрасном, узнав о том, что грозит голод, да, 7 лет тучных лет копили запасы, а потом 7 тощих лет эти запасы проедали и помогали соседям. Кочевники не могут сделать запасов. У них не было холодильников и не было никакой возможности справиться во время голода, эпизоотии, сильных морозов и так далее. Поэтому оседлое хозяйство без кочевых соседей, в общем, может прожить, а кочевое хозяйство без оседлых соседей практически выжить не может. Отсюда складывается такая система отношений. Они прекрасные воины, причем действительно прекрасные воины. С точки зрения военного искусства, античность, ну, классическая античность, это торжество организованной пехоты над конницей. Фаланги Александра Македонского, римские там, когорты, все это. Феодализм – это торжество конницы над пехотой. Нету столь организованной пехотных контингентов, чтобы противостоять коннице. А что такое средневековая конница? Это еще и стремя, это там много-много всего. Так вот, кочевники – прекрасные всадники, прирожденные всадники. Если рыцаря нужно было с детства воспитывать в седле, действительно, они были хорошими там, наездниками, но их было мало, а тут весь народ – великолепные воины, причем какие воины? За счет того, что они все с детства занимались загонной охотой, они могут координировать между собой движение различных отрядов. Европа до этого дойдет во время 30-летней войны, когда будет система сигналов разработана и так далее. А так, в общем, дрались каждый рыцарь, там, выбирал себе противника и рубился с ним. А вот система этих самых обходов, маневров, слаженного движения, ложных отступлений, внезапных атак – это кочевники, кочевая тактика. Они были действительно непревзойденными воинами. Ну, разные были формы взаимодействия с оседлыми соседями. Это мог быть грабеж, это может быть завоевание, это может быть неравномерная торговля. Они приводили там нескольких лошадей, за это их там кормили, давали. Ну, это понятно. И вот время от времени возникают вот такие кочевые империи. Тюркский каганат, уйгурский каганат, потом сменяет хазарский каганат, ну, государство Ляо, железное государство и так далее. Ну и вот апогея этого всего — это империя Чингисхана, монгольская империя, уже не Чингисхана, его потомков, монгольская империя, которая от Вьетнама до Новгорода имела свою вот эту самую пространственную юрисдикцию. Да, они довольно быстро стали распадаться, но представление о единстве этого мира долгое время сохранялось. И поэтому недаром Абулухуд назвала этих людей первыми глобализаторами.
Средневековые кочевники существовали не только в Великой степи, да, они существовали в Аравии, они существовали в Северной Африке. Они не создали здесь кочевых империй, но, как помните из примера Ибн Халдуна, постоянно были очень важным фактором, с которыми считались, и история этих примеров знает очень много. Для того, чтобы противостоять этим империям, кочевым империям, нужна сильная власть. И вот на периферии Великой степи мы видим империю китайскую, империю иранскую и византийскую империю. Они с разной степенью успеха могли противостоять этим кочевым ордам. Есть другая точка зрения. Томас Барфилд, его книга «Опасные границы», он ввел термин «теневые империи». Говорит, наоборот. Пока там не было империи, не надо было объединяться кочевникам. Они сами решали свои проблемы. Но когда они столкнулись с сильными империями, и которые могли, в общем, дать отпор, вот тут пришлось создавать степные империи. Но это спор курицы и яйца, что важно, что они вот так вот идут параллельно. И термин «теневые империи» здесь довольно интересен. Ну вот что могут империи. Империи могут построить стену. Великая Китайская стена. Это длинные стены Константинополя. А это наша, российская. Это Дербент. Граница Сасанинской империи, которая закрывала Дербентский проход, Кавказские ворота от нашествий с севера. Ну и в Средней Азии там тоже есть такая полоса империи. Это логика империи. Построить стену. Насколько она эффективна? Другой вопрос. То, что ее строить дорого и затратно, это как бы сомнений никаких не вызывает. У империй было очень сильное оружие. Это бюрократия. Это и ужасно, и прекрасно. Потому что бюрократия – это гарант развития культуры. Эти люди умели читать, писать. Антология лучших танских поэтов империи Тан, да, ну, соответственно, 7 век, 6-7 век, насчитывает 700 имен. Это только лучших поэтов. То есть каждый чиновник должен писать стихи, и император должен писать стихи. Кстати, вот тот Хуэйцзун, о котором я говорил, он, как его предки, предшественники, он в стихах давал приказы, законы, наставления военачальникам, красивым слогом и так далее. В Китае они просто сдавали экзамены на должность, как вы знаете, эта система формируется. Они должны были знать философию, знать Конфуция, знать историю, знать какие-то там науки. Византийская бюрократия, система византийского управления великолепна. Да, Москва, Третий Рим, это мы все знаем, но Москва не приняла вот эту вот византийскую бюрократию. Может быть, к счастью, может, к несчастью. Но вот эта система упорядоченного налогообложения, кадастров, она у нас не прижилась, а у турок вот прижилась. Турки очень много взяли у тех, кого они завоевали, эту систему. Персидская бюрократия. Они придумали налогообложение, они придумали там своды законов. Они выстояли против тюрок, против тюркского каната, позже волны переселения народов. Их завоюют арабы. И, казалось бы, кончилась Персидская империя. Ничего подобного. Пройдет меньше 100 лет, и казалось бы, арабизированная вот эта территория начнет снова писать по-персидски, снова, значит, стихи, налогообложения, все это вот персидская основа, пока, наконец, не возродится в своем шиитском обличии в конце 15-го, начале 16 века. То есть это третья империя. Вот эти три империи живучи, они великолепны. Что нужно, чтобы выстоять? Нужно иметь армию и нужно иметь свободное крестьянство. Крестьяне платят налоги, и крестьяне служат в этой армии. Для этого-то и нужна бюрократия, чтобы собирать налоги, вести кадастры, чтобы следить, чтобы крестьяне не разорялись, потому что тогда кто будет служить в армии. И, в общем, это худо-бедно им удается. Но это очень затратно, это очень дорого содержать такую империю. И вот если просто есть попытки там рассчитать, сколько, знаете, когда мы говорим базис, надстройка, вот во сколько эта надстройка обходится базису, это очень большой процент. В десятки раз больше, чем в каких-то там других более примитивных обществах. А если не создавать эту дорогостоящую империю, что будет? Ну вот были удельные века, были княжеские междоусобицы.
был прекрасный взлет культуры, да, культура 12-го, начала 13 века, это, так сказать, апогеи древнерусской культуры. Пришли завоеватели, завоевывают. Дальше устанавливается интересная форма экстраполитарной эксплуатации. Завоеватели не сажают своих администраторов, опыт с баскаками не удался. Они договариваются с князьями, князья дальше выплачивают ордынский выход, они выдают ярлыки на княжение, ну, дальше вы все знаете, что произошло. Северо-Восточная Русь, ну, и другие области в какой-то степени, они оказываются втянуты в эту орбиту, их история дальше движется немножко по другой траектории. Есть другая форма. Вот создается сельджукский султанат, сельджуки приходят из Средней Азии, завоевывают все эти территории, потом быстро распадаются, возникает новое политическое образование. Это вот миниатюра о султане Санджаре, злой султан Санджар, правитель восточных тюрок. И вам знаком его мавзолей, вы наверняка его видели, потому что съемки фильма «Белое солнце пустыни» происходили как раз в мавзолее султана Санджара в Мервском оазисе. Правда, до моря там тысячи километров, но режиссер это преодолел, а вот этот вот мавзолей он себе построил, но он старушке не подал милостыню и за это был наказан провидением и Аллахом. Это персидская миниатюра. Но после волны тюркских завоеваний здесь устанавливается очень простая система. Население и часть элиты, там, те, которые собирают налоги, там, служат в мечетях, они говорят на арабском, на иранских языках, на каких-то других, например, курды, а воюют кочевая по своему происхождению элита. То есть кочевники просто накладываются на существующую систему и становятся правящей элитой. В других странах, которые не подверглись такому завоеванию, там идет другая система, система наемников, гулямов. Гулямы — это рабы вообще-то. Гулямы или мамлюки. Их покупают на рынке молодых людей, желательно мальчиков, воспитывают их в воинском духе, и дальше они служат в гвардии. Ну, как это часто бывает, они совершают государственный переворот и захватывают власть, как это произошло в Египте, как это произошло во многих других государствах, как это произошло в Северной Индии. Вот Делийский султанат — это порождение вот этих вот династий кочевников, гулямов. Они исповедуют ислам, и они распространяют, так сказать, достаточно унифицируют завоеванные территории, относительно, конечно. До какого-то определенного периода. Вот они, например, не смогли, они увязли в Рашпутане. Рашпуты, ну, каста воинов, их называют рыцарями средневековой Индии. Вот их такие замки оказалось им взять очень сложно, и поэтому, пока с ними воевали, они не сумели завоевать Южную Индию. Ну вот, если мы посмотрим эту карту, то мы увидим, что вот Делийский султанат попытался их завоевать, но, в принципе, все кончилось очень плохо. Они остались только на севере Индии. Вот австралийский ученый Виктор Либерман, он специалист по Юго-Восточной Азии, но он неожиданно распространил свои выводы на всемирную историю средних веков и ввел такой термин – защищенные территории. Территории, которые оказываются вдалеке, подальше от этой самой степной границы, с одной стороны, с другой стороны, вот этих империй воинственных, которые кочевниками воюют, ну и других своих соседей тоже готовы подмять, как тот же Китай все время воевал с Вьетнамом, Кореей, пытаясь их присоединить к себе. Вот здесь будет все будет немножко по-другому. Ну, вот это империя Виджаянагар, где вот индуистская империя сама по себе, с безумной сложностью. Я люблю читать книжки по истории Индии. Вот на севере все понятно. Есть такие слои, есть такие слои, есть такие законы, есть общее. На юге непонятно абсолютно ничего. Там как-то вот все, везде свои правила, свои законы, здесь касты такие, здесь. Они, конечно, индийские историки пытаются, ну, так же, как и в других странах, все сказать, вот у нас там сначала идет централизация, развитие бюрократии, но у них, как в V веке до нашей эры шла централизация и развитие бюрократии, так и до XIX века она шла вот примерно в этом же направлении. Или вот империя Маджапахит, знаменитая империя на территории современной Индонезии, или Нунсантара, как тогда говорили.
Ну, характерный пример – Япония. Это Япония периода воюющих государств, феодальная раздробленность, по-нашему говоря. Великолепный вот золотой храм построить, великолепные памятники культуры. Их один раз попытались завоевать. Это был Хубилай-хан, который отправил, два раза отправлял эскадру с воинами, с наемниками. Но оба раза они не преуспели. То ли ветер священный камикадзе их развеял, то ли оказали такое им сопротивление. От этих попыток отказались. Японию до 1945 года, собственно, никто дальше и не пытался завоевать. И они вот развивались своим собственным путем, достаточно интересно. И не случайно так много общего у средневековой Европы и у другого, и у Японии, как два защищенных региона. Европа – это классический защищенный регион. Здесь вот эта вот феодальная раздробленность, сложность политической системы не приводит к завоеванию, к утрате государственности. Вот если мы посмотрим, понимаете, карта сложно передает. Тут вроде бы закрашена одним цветом. Ага, мы видим Францию, вон, ага, Англия. Да, ну вот Италия, там Испания. На самом деле все вот выглядит немножко не так, а вот скорее всего так при ближайшем рассмотрении. Понять что-либо здесь современному человеку очень сложно. Кто от кого зависит, какие герцогства, какие епископы, какие суфраганты здесь, какие викарии, кто здесь управлял что-то. Но это не что-нибудь, да, это эпицентр Западной Европы 15 века, вот Северное Возрождение, Новое Благочестие, Ван Эйк, все эти вот, и центр мировой торговли, складывающегося мирового рынка, это Антверпен. И второй такой центр – это Италия, Северная Италия, где тоже все очень сложно, все там перепутано. Такой полный плюрализм. Но это как крайний случай. Но в целом Западная Европа обладает вот такой сложной структурой. Если мы отыграем назад, ну вот создалась Каролинская империя, вот она распалась. Все более-менее понятно. На Запад обрушилась новая волна варварских вторжений, неприятелей. Это викинги, скандинавы, о которых тут говорилось, уже еще, наверное, будет говориться. Это сарацины, вот, арабы из Испании и из Варварийского берега, из современного Туниса и Алжира. Вот они совершают свои набеги. И мадьяры, венгры, последние кочевники, которые пришли в Европу, осели на территории Панонии, Панонских степей, и отсюда своими набегами терроризировали население, доходя до там, Франции, Нидерландов и Италии. Потом потихонечку эта волна спадает. Для того, чтобы отразить эти набеги императорской власти невозможно, невозможно собрать армию, быстренько прийти с ней, выдвинуться в то место, куда напали эти грабители, потому что они тут же уйдут. Тут нужно было что-то другое, только местные правители могли выстроить укрепление, оказать какое-то сопротивление. В Германии, на территории Германии современной, здесь преуспели саксонские герцоги, они разбили мадьяров, мадьяры потом приняли христианство, стали христианским народом венгров, и была создана очередная империя, Священная Римская империя, потом ее будет назвать германская нация, империя Атонов, вот она здесь существует. Они опирались на... Да, здесь были разные герцогства, но под их контролем был римский папа. Они назначали практически епископам нужных людей, и на этом держалась их власть. В западно-франкском государстве все было гораздо сложнее. Там никакого нового объединения не произошло. Вот она оказалась вот таким вот раздробленным. И дальше эта раздробленность продолжалась. Но каким-то чудом, вопреки Ибн Халдуну, не пришли люди с высокой особией. Вот, может, они кончились. Может, почему-то они не пришли и не завоевали. И общество стало развиваться по своим собственным внутренним законам. Этот процесс, еще 40 лет назад, французский ученый Пьер Тубер, изучавший Среднюю Италию, Лацио, назвал «инкастелементо» – «озамкование». Область покрывается вот этими замками, которые становятся центрами власти, перегруппировки населения. Вот. И дальше этот процесс идет из Италии в других странах, но с большим довольно-таки хронологическим лагом. Другой французский историк Робер Фассье придумал еще более крутое слово «ансолюльмо», которое можно перевести как «объечеивание».
Это, ну, обечевание, вообще термин по-русски существует. Это когда рыба запутывается в ячейках сети. Это из рыбного хозяйства термин. Не знаю, что он имел в виду, но он имел в виду следующее, что Европа где-то около 1000 года становится, или после, главное, становится охваченной сетью постоянных ячеек. Это замок и синьория, это община и это церковные приходы. Вот на примере прихода Доль в Британии. Вот то, что было в начале этого периода, это 9-10 век. А вот то, что становится к началу 12 века. То есть вот различия. Вот тут были, конечно, церкви, а вот как охвачен Запад. То есть с его точки зрения Запад становится, по-моему, очень хорошая музыка, она вполне соответствует победному тону. Научились каким-то образом договариваться с друг другом. Из ожидаемого хаоса феодальной анархии достаточно быстро возникает какое-то движение, особенно там, где слаба была королевская власть, или вообще где забыли, что есть король, где-то есть там, далеко, на севере, ну, вот, юго-западная Франция, Северная Каталония, движение Божьего мира. А давайте мы все, ну, это церковь инициировала, давайте мы все договоримся и принесем клятву. Клятву на святых мощах или на святом причастии, что мы не будем друг с другом воевать по Божьим праздникам, мы не будем нападать на слабых, то есть мы не будем убивать людей церкви и крестьян, и уводить их скот, потому что они не смогут дальше работать. И вообще воевать будем по правилам. За 40 дней нужно объявить, что я вот хочу вести войну. Если мир не удастся установить, то дальше война возможна. Но если ты нарушил, то ты нарушил эту клятву. Клятву люди давали не только сами себе. Вот я даю честное слово, что я буду себя хорошо вести. Нет, клялись на святых мощах. А что значит покляться на мощах святого Мартина Турского и потом клятву нарушить? Значит, что святой Мартин Турский обязательно тебе отомстит. И с раннего средневековья масса существовало таких историй. Поэтому люди очень хорошо понимали, что такое клятва. Вот это вот сообщество ячеистые, разбитые на ячейки, не имея сильной центральной власти, они были, ключи от этого единства были закинуты на небо у святого Петра. Отсюда такое развить такая власть церкви, отсюда не то, что они были такими религиозными, не то, что они были такими хорошими, не то, что они такие были богобоязненные. Резали они друг друга не хуже, чем кочевники, а может быть даже и лучше. Потому что кочевники все-таки, ну, у них были какие-то свои представления о чести. Вот. Но, тем не менее, это имело очень большие последствия. Отношения между людьми устанавливаются за счет личных клятв, омажей. Европа покрывается вот такими замками. Эта история, наверное, вам известна. Это «Ковер из Бое», где практически в комиксах рассказывается история завоевания Англии до битвы при Гастингсе в 1066 году. Вот это сидит Вильгельм, князь, герцог нормандский. Вот к нему доставляют Гарольда, который был в трудном положении, и он поклялся, что если ему Вильгельм поможет, то он потом передаст, признает его власть и передаст ему корону и будет ему верно служить, когда в Англии ему удастся реализовать свои права. И обе Гарольд сакраментум фецет. Это их Вильгельма Дуци. Вот он клянется, видите, положил руки на дароносицу, на святые мощи и на святое причастие, ларец со святым причастием. То есть он поклялся. Когда он стал именуется английским королем, он свою клятву не сдержал. Ну, говорил, что надо там с викингами, со скандинавами повоевать и все. Ну, ждал-ждал герцог нормандский, потом собрал армию и собрал своих там рыцарей, и двинул эту армию через Ла-Манш. Но эта война была святой. Потому что он воевал не просто, чтобы завоевать территорию, он воевал против клятвы преступника. И тогдашний римский папа поддержал это, дал ему свое благословение на свою священную войну. Тоже, конечно, надеялся на этом получить какие-то дополнительные привилегии, еще что-то. Но в целом ситуация вполне понятная. Поэтому конфигурация власти в XI веке переживает на Западе
довольно сильные изменения. Вот это две концепции. Это сидит Атон. Одни считают, что это Атон первый, другие, что это Атон третий. Вот он сидит на троне, и вот четыре, то ли четыре нации Священной Римской империи, то ли четыре части света приходят к нему с дарами. Он действительно владыка всего мира. Все понятно. В Каролинскую эпоху было тоже, и в Позднюю Римскую империю все тоже. И в Китае тоже император владыка всего мира. Это все нормально. И в Риме все нормально. Нормальная система. А вот другая концепция. Император, знаете, где здесь? Вот он, император. А это апостол, ну, то ли папа, ну, это папа Гильдебранд, но, может быть, да? И это, значит, либо это, либо это Богородица, либо, если говорить конкретно, это, может быть, марграфиня Матильда Тосканская. В Каноссе, значит, он просил прощения, император Генрих IV просил прощения у папы и... Каносса, вот 1077 год, это, конечно, очень важная дата, дата такого поражения империи. Не окончательного. И римского папу потом будет император гонять, как зайца по всей Италии. Но никто это не запомнит, а Каноссу запомнит. На чем основывалась власть римских понтификов? Когда на Тегеранской конференции Черчилль поставил вопрос о правах римского папы в послевоенной Европе, значит, Сталин раскурил трубку и спросил, а сколько дивизий у римского папы? Что-то ответили уклончиво. В Средние века у него тоже было дивизий немного, но у него были ключи. Святой Петр передал ему ключи. И то, что связано на небе, может быть развязано на земле только римским понтификом. Поэтому, если вы принесли присягу своему сюзерену, а потом нарушили эту клятву, то значит, вы оскорбили, вы вероотступник, вы оскорбили святое причастие, на котором вы поклялись там, или крест, зачем целовал там. Но если римский папа скажет, что этот вот король нарушает права церкви, что он вообще отлучен от церкви, и мы вообще можем освободить его подданных от присяги, то для короля конца XI, XII, начала XIII века, как правило, это очень серьезная угроза, потому что у него нет еще бюрократии, у него нет еще постоянной армии, у него нет ни полиции, ничего у него нет, кроме вот этих самых верных вассалов. И поэтому сильные монархи, ну, такие как вот Генрих Плантагенет, Генрих II Плантагенет, Филипп II Август, какой сильный король был, они, как правило, уступали в споре с римским папой. На первых порах. Потом уже к концу XIII, начала XIV века ситуация изменится, потому что будет другая система отношения между государем и подданными. Но пока она основана на вассальной присяге, роль римских пап очень велика. Это не значит, что папа стал хозяином средневекового Запада. Он никогда не станет этим хозяином. Но это значит, что и император никогда не будет хозяином средневекового Запада. Желающих будет очень много. Очень много мыслителей будут ждать, что придет император и наведет порядок. Данте, Альгьери писал об этом. Все ждали, когда придут. Они так и не... То есть желающие были, но им никогда не удавалось объединить. И даже Наполеону не удалось объединить Запад, как он надеялся. То есть эта система двоевластия уникальная, она создала один из очень важных козырей Европы. Это плюрализм политического устройства. Феодализм. Феодализм – термин, который, в общем, сформулирован был Франсуа Гизо, и в котором понимается особая система, определений очень много, единого определения нет, но особая система власти, когда публичная власть находится в руках крупных местных землевладельцев. Власть либо им делегируется, либо ими захвачена, а потом король вынужден сказать, да, я вот так и хотел этому человеку отдать именно эти земли. Это специфическая форма государства. Нельзя сказать, что государства нет, оно есть, но оно очень специальное. Марксистское определение другое, экономическое, но сейчас мы вот к чему вернемся. Европа после Тысячного года – это Европа крестьянская. В городах живет очень мало народу. А что мы знаем о крестьянстве? На Западе, собственно, есть два экономиста, которых у нас знают не очень хорошо.
Это Кондратьев и Чаянов. Александр Чаянов, теоретик крестьянского хозяйства. И вот закон Чаянова сводится к тому, что всякое трудовое хозяйство имеет естественный предел своей продукции. Он апологет крестьянского хозяйства. Крестьянское хозяйство очень хорошее, оно приспосабливается к любым условиям. Все это мифы о том, что крестьяне не выдерживают конкуренции с крупными, там, крупными какими-то поместьями, ничего подобного. Выдерживают они прекрасно, а очень устойчиво. Но этот естественный предел определяется соразмерностью напряжения годового труда семьи со степенью удовлетворения ее потребностей. Пределом крестьянских усилий является обеспечение семейного пропитания. Что это значит? Если что-то произошло, сгорел дом, или напали враги, перерезали весь скот, или нужно женить сына, нужно построить ему новый дом, тогда вся семья работает в поте лица, повышая свою производительность труда. Да, они могут не досыпать, не доедать и все. Но когда эта цель достигнута, тогда, в общем, крестьянское хозяйство работает, ну, чтобы жить нормально. Ну да, что-то отложить немножко, но никаких вот этих сверхусилий не принимается. Для того, чтобы производительность труда росла, нужен какой-то внешний фактор. Этим внешним фактором в средние века становится то, что Карл Маркс назвал внеэкономическим принуждением или сеньориальным принуждением. Для Маркса это нужно было. Маркс не был теоретиком феодализма. Для него нужно было подчеркнуть, он изучал капитализм, он изучал общество, английское общество XIX века. Ему нужно было сказать, чем оно отличается от того, что было раньше. Раньше у крестьянина была земля, у крестьянина был скот, был свой приусадебный участок. Земля, ну, кому принадлежала земля, трудно сказать. Потому что, конечно, верховным собственником был там король, допустим, да, был там барон, лорд. Вот его лорд, он был тоже. Конечно, он был собственником этой земли, считался собственником. Но крестьянин был наследственным землепользователем. Ни в одной системе средневекового права не предусматривалось, что крестьянина можно согнать с земли, сказать, уходи отсюда. У него были права, наследственные права на надел. И вот с этой точки зрения, марксистское понимание феодализма, оно другое. Это сочетание крупной земельной собственности с мелким крестьянским наследственным землепользованием. Но у крестьянина есть наследственная земля, у него есть орудие труда, и экономически он совершенно от феодала не зависит. Поэтому его нужно эксплуатировать внеэкономическим принуждением, заставляя работать там, на барщине, платить оброк или каким-то еще способом. При капитализме непосредственный производитель лишен, он свободен, но он лишен орудия труда, и поэтому его достаточно эксплуатировать экономически. Вот, собственно говоря, суть феодализма. Теперь подходим к самому главному. Была ли такая система феодализма, свойственная только Западу? Это вопрос на засыпку, потому что наша наука на это ответить однозначно не может или не хочет. Да, конечно, ну, на Западе. Раньше в советское время говорили однозначно. Да, от Вьетнама или там, от Камбоджи до Исландии везде был феодализм, феодальная формация. Сейчас слово «формация» не употребляют, поэтому ну вот тут вот как-то непонятно. Я могу сказать, вот это сочетание крупного земельного, крупной собственности на землю, мелкого крестьянского землепользования было. Были условные держания во многих регионах Старого Света. Не во всех, но во многих. Были джитань, должностные поля, которые давались в Китае, иногда, не всегда, но иногда давались за службу. Вот тебе крестьяне, вот тебе деревни, вот они будут тебе платить, и это будет как бы твоя зарплата. Очень часто воинам за землю, за то, что они служили, вот икта, да, мусульманская икта, иктадары, им дается, ну, если не сама земля, то право собирать налоги вот с этой территории. А ты за это будешь служить. Это в тюркских языках сойургал. Турок османов это тимар от византийской системы. Это действительно военное держание за службу. То есть вроде бы все то же самое, как и на Западе бенефиции, вот это вот условное держание. Так и в чем же предел? Почему это там не приводило к какому-то росту, а на Западе эта система оказалась очень, очень выгодной и привела к какому-то экономическому, демографическому росту? Мне кажется, это объясняется вот этим политическим устройством. Ну, я обычно привожу такой пример, который те, кто читал «Горе от ума», помнят. А кто не читал, пусть поверит на слово. Там был такой Лука Петрович, который дядя
который Фамусов его ставит пример, как он был. Он один раз в присутствии государыни императрицы поскользнулся и упал лбом прямо в паркет. И был высочайшую пожалован улыбкой. Он поднялся, увидел, что государыня улыбается, и упал еще раз, а потом еще раз, и еще. Все смеялись, а он получил поместье, он был очень богатым помещиком, у него были сотни душ, и он езжал все нынче все больше цугом, то есть да, такой кавалькадой. Вы нынешний нутка, говорит Фамусов. Эта ситуация, да, типичная, так сказать, может быть, исключительно для России конца XVIII века, но в других регионах можно сказать, что благосостояние вот этого хорошего воина или, там, может быть, бюрократа, кого-нибудь, да, придворного, зависело от того, какой репутацией он пользуется у шаха, хана, императора, царя-батюшки и так далее. Его центр социальной инициативы, приложение социальной энергии был в центре, вот власти. Если все хорошо, то ему дадут еще земель, крестьян и так далее. А если плохо, то у него отберут эти земли, ему самому могут даже и голову отрубить. Поэтому это объясняет очень много. Потому что иктадары, да, они были, но они понимали, что вот сейчас эта земля его, а потом она уже будет не его. И вот как доказательство от противного, там, где у нас было постоянное землевладение, оно было, например, если в мусульманских странах, это были мюльки. Это были вакфы. Вот, вакфы, держания, которые давались там мечети, медресе, охотные жалобы там дарились, и их уже отобрать было нельзя. Или буддийские монастыри в Китае. У них тоже долгое время не могли отобрать у них эти земли. И там мы смотрим высокую производительность труда, какие-то инновации, высокую агрикультуру, какие-то действительно технические и экономические новшества. И этим они отличались, они были оазисами в другой системе. Что происходило на Западе? Если на Западе феодал пришел бы к королю и упал лбом о пол, король бы, может быть, тоже смеялся. Но он в XI-XII а зачастую даже и в начале XIII века ничего особенного ему дать не мог. Потому что королевская власть, она держалась на каких-то там символических вещах. Не было у него земельного фонда, не было централизованного изъятия ренты. Ничего он ему не мог дать. Ну или мог дать там розочку на герб пожаловать. Это, конечно, хорошо, но недостаточно. Я немножко огрубляю, но на Западе после 1000 года благосостояние вот этого землевладельца, феодального, привилегированного типа, зависело от того, как он договорился с крестьянами, какие условия он создал для них. И поэтому они давали крестьянам какие-то определенные вольности, свободы, договаривались о так называемой франшизе. Вот это вот хороший обычай, вот я буду брать по обычаю, а это плохой обычай, я этого брать не буду. Сверх того, что положено по обычаю, я взять не могу. Это так называемое обычное право. Оно устанавливается на Западе. Ну, не надо идеализировать, конечно, то, как жили крестьяне. Но я одно могу сказать. Начиная с XI века и до середины XIV века в Западе, то есть самый такой расцвет феодализма, на Западе не было ни одного, прописью ни одного крупного крестьянского восстания. Все эти самые крестьяне, которые с вилами бегут на замок феодала, это... Если и было, то более позднее явление. Жакерия, да, это середина XIV века, она была страшной, она длилась 5 недель. Погибло несколько сотен, а может быть даже 1000 человек. Ну, для сравнения, восстание Хуан Чао в Китае, которое сильно, ну, практически сокрушило Танскую империю, оно длилось 42 года и унесло прямых потерь боевых, считается, порядка 30 миллионов. Ну, а небоевые, там, просто сокращение населения, порядка 70 миллионов человек. Это для сравнения, вот, так сказать, западного феодализма и, значит, китайского, того, что было в Китае. Там работал закон Ибн Халдуна, там вот все это происходило. Крестьянское хозяйство было достаточно стабильным, сеньяльный строй стимулировал рост производства. Иначе я не могу объяснить, почему население с 1000 года до начала 13 века в Западной Европе удвоилось. Это фантастический демографический рост. А в некоторых странах продолжалось удвоение еще на протяжении
до начала XIV века. Потом будет черная смерть, потом будет войны, потом пойдет спад. Это фантастический рост, фантастическая динамика Запада. Климатические условия. Ну, это очень хорошо. У них негодяй в Гольфстрим, к сожалению, пока не замерз. Но рядом другие страны, рядом Византия, там тоже хорошие природные условия. Чего-то вот, то есть природные условия, конечно, очень важны. Очень важны. Но они должны тогда для всех быть важны. А вот тут, чтобы они тут были важны, а тут не важны, это можно, конечно, представить, но довольно сложно доказывать. Вот один из примеров. Сеньоры могут брать так называемые бонолитеты. Это плата за военную службу. За то, что вот они воюют, а крестьяне не должны содержать. Сеньорам якобы король, на самом деле, конечно, они сами, они дают право собирать бонолитеты. Бонолитет – это право, то есть они обладают монопольным правом, вы молоть зерно можете только на мельнице сеньора. Ну, конечно, сеньор сам не стоял тут у жерновов, и даже не обязательно его чиновник стоял, хотя они любили это дело, потому что тогда контролируется урожай сколько. Вот. Но они обычно давали на откуп, но они крайне были заинтересованы в развитии в строительстве мельниц. Мельницы были известны в позднюю Римскую империю, но они как были известны, так и остались дорогой игрушкой. А здесь они везде начинают, вот 12 век, какая-то лихорадка строительства водяных мельниц, потом ветряные мельницы пойдут. А что это значит? Это значит, что потом, когда эта система работает, уже любой двигатель строится на... Вот, пожалуйста, это сукновальная мельница, да, сукновальная, бумажная мельница. Дальше эта система пойдет. Ну, вот эта каталонская деревня 12 века. Это дома сохранились 12 века. Крестьяне жили небогато, но, тем не менее, жить можно. Крепкое крестьянское хозяйство. Были, конечно, бедные крестьяне, которые жили в хижинах, были батраки, были разные. Это было расслоение. Вот это классическая картинка из учебника о феодальной иерархии. Насколько она соответствовала действительности? Отчасти соответствовало, отчасти нет. Важно, что это не сложилось так, и сами они придумали феодалы. Это юристы 12 века, уже когда пошла рецепция римского права, они, описывая реальность, они королю и всем остальным объясняли, ага, вот да, вот, у этих замки, да, они ничего не платят, но они подчиняются герцогу, а герцог подчиняется королю, вот они выстраивали вот эту вот картину различных феодальных повинностей, платежей и так далее. Ну, вот такая иерархическая система, в которую вламываются города и коммуны, корпоративным образом организованные. Ну, у меня нет времени останавливаться, но вы знаете, что такое средневековый город. Вот это небольшой город Провен, но это был один из семи городов, где происходили шампанские ярмарки. Стена построена в XII веке. То есть уже в XII веке Запад обладал каким-то фантастическим богатством, которое мы можем наблюдать, да, смотря романские, а вскоре и готические постройки. Европе очень крупно повезло. В XIII веке Батый и Субедей Баатур, значит, разгромив Киев, они вторглись на территорию Польши. Но символом Кракова является трубач, который играет гимн Хайнал, боевую тревогу. По легенде он увидел монголов и предупредил. Ну, легенда... И он был убит выстрелом. Представляете, на полном скаку всадник стреляет в трубача на крыше, на колокольне и сбивает его. Это монголы. Вот. Краков-то не спасли, Краков был взят монголами. И Польша была, ее прошли как нож сквозь масло. Разбили польско-немецкое войско, разбили битву при Шайо, вот эта битва при Шайо изображена. Разбили лучших воинов Европы, венгров. Причем это первая битва, в которой было применено огнестрельное оружие. Его применяли не европейцы. Монголы привезли с собой, взаимствованные в Китае, в Средней Азии, пушки. И они вышли к Адриатике. Ну, вот видите, да, вот их к Адриатическому морю осадили Сплит, а потом резко вдруг поворачивают назад и уходят туда, в Великую Степь. Ну, историки говорят, это потому, что им оказались... Потому что они не смогли взять замков. Добрали они замки один за другим, совершенно спокойно. У них такие осадные орудия.
Это потому что вот наши чешские воины оказали им такое сопротивление, что они разбиты. Или наши болгарские воины, или наши там еще какие-то воины. На самом деле все очень просто. Пришла весть о том, что заболел, а потом умер Угэдэй, великий хан. Нужно спешить на дележ наследства. Вся эта армия устремляется в Каракорум. Ну и вовремя пришла, потому что иначе бы Батыя вообще обделили. Так он получил Улус-Джучи, то, что потом будет называться Золотой Ордой. Европе повезло. Ну, в средние века-то объясняли это просто, но Господь, Бог и Дева Мария, они, естественно, а кому же еще помогать-то, как не нам, богоизбранным? Ну, в общем, современные историки, как это западные, они как-то вообще даже не понимают, вот от чего они лишились. Завоевали бы, устроили бы здесь монголы какой-нибудь свой улус или нет? Думаю, что нет, слишком далеко, слишком специально. Но что бы произошло, в чем я уверен, они бы заставили Запад объединиться, и Запад был бы объединен под сильной какой-то имперской властью для того, чтобы противостоять этому вызову. И тогда история Европы пошла бы по другому пути. А пока множились университеты, где изучали римское право и прочие науки, медицину, право гарантировало право собственности. Окрепли институты, например, институт кредита, страхование, средневековые банки, Монте де Пасче, это древнейший банк в Сиене. Это страхование. Детишек маленьких ведут, заключают на них страховой полис, это в Венеции, и дальше они, когда уже там девушка достигает зрелого возраста, она приданное получает весьма приличное. Создаются институты представительства, институты права. Нет налогов без представительства. Для того, чтобы королю собрать налоги, ему нужно согласие подданных. Quod omnes tangit ab omne comprobare debet. То есть, что касается всех, всеми должно быть одобрено. Собираются сословные представительства, парламенты, генеральные штаты, где король там говорит, как нужно собрать налоги, ему там разрешают или не разрешают. Это дальше история идет. Что произошло? В чем чудо Запада? Государство, ну, в его там современной коннотации, возникает позже, чем социальные институты. Во всех остальных, ну или почти во всех остальных регионах, несколько иная конфигурация. Король, император, они уже столкнулись с этими институтами. Может быть, даже и не думали, что их можно уничтожить, а может быть, не могли. Но это очень важно. Ну вот пример. Людовик XI, воспетый Гюго в соборе Парижской Богоматери, Вальтером Скоттом, Квентин Дорварди, хотя сейчас никто Вальтер Скотт не читает. Ну, его называют еще король-паук, там он такой был очень суровый человек, держал своих политических противников в клетках. Вот, такой хитрый политик. А это его отец, Карл VII, который объединил, ну, победил англичан, закончил Столетнюю войну и так далее. Но для того, чтобы оплатить это все, ему нужны были деньги. Деньги ему предоставляли купцы, в частности, его банкиром, основным банкиром был Жак Кёр, купец из города Буржа, сказочно богатый человек, разбогатевший. А потом его обвинили в том, что он растратчик, что он там, ну, хотели, значит, его отодвинуть со всех постов, у него отобрали имущество, он бежал, умер он, отправившись в паломничество в Святую Землю. Когда к власти пришел вот этот тиран Людовик XI, он первым делом подумал, посмотрел, вернул наследников Жана Кёра и вернул им их конфискованные богатства. Ну, часть, конечно, да, что осталось. Почему? Вот эти все тираны и деспоты, которых в истории Европы хватало, они очень хорошо понимали, что если мы будем трогать богатых людей, банкиров, то деньги уйдут. Тот же самый Жак Кёр и его наследники, они будут помогать Кастильскому королю или Английскому королю или еще кому-то. Это плюрализм. А вот к концу этого периода, 15 век, начало 16 века, вот столкнулись, вот кто наследник Римской империи, если вы помните. Это османы, вот их владения. Сможет им противостоять Европа? Огромная армия, великолепное общество, общество, не знавшее конфессиональных барьеров. Пожалуйста, может быть иудеем, может быть христианином, кем хочешь, плати свою джизью, служи султану. Если ты служишь султану хорошо, ты будешь капудан паши, ты будешь военачальником.
Хочешь принять ислам? Прекрасно, принимай ислам. Не хочешь, оставайся. Это ваше дело. Многие бежали к ним. Многие бежали из Европы. Ученых они переманивали. Они переманивали инженеров. В 15 веке табориты, да, последователи Яна Гуса, первые начали применять ручное огнестрельное оружие, ручницы. И армия Матиаша Корвина, венгерского короля, который был в унии с этими таборитами, они тоже применили это против турок. Турки через 7 лет уже переоснастили свой янычарский корпус этим огнестрельным оружием. Моментально заимствовали. Кто проектировал мост через Золотой Рог в Стамбуле? Леонардо да Винчи. То есть они прекрасно понимали, что значит техника, что значит... Они создали великолепный флот, который ходил в Атлантический океан. Они разграбили Канарские острова и захватили спутников Колумба с картами совсем. То есть они прекрасно знали о том, что происходит. И вот их успехи, там много можно про это говорить. И вот пала Венгрия завоевана. И вот армия Сулеймана Великолепного в конце 20-х годов 16 века стоит под Веной. Он наследник Римской империи. Помимо того, что он шейх-уль-ислам, что он главный защитник ислама, он еще кайсар и рум. То есть он цезарь, он император Рима. И вот ему говорит, вот город вот какой-то там есть на западе султан, который себя говорит, что он император, Карл V, Габсбург. Он осадил его город Вену, не он сам, он его полководца. И он все ждал, что Карл V придет, даст, конечно, сражение. Мы выясним, кто из нас настоящий кайсар и рум. А потом ему пишут, султану. Когда носит наш агент, султан, румский султан, не придет. Почему он не придет? У него нет денег. Ему купец Фугер денег не дал. Купец не дал денег султану. Может ли такое быть вообще в приличной стране? В царю, батюшке, чтобы какой-нибудь Строганов денег не дал. Конечно, он может что-то там прикопать, но чтобы сказать, что не дал, такого быть не может. А на Западе может. Но у Карла V уже был флот, который там действовал в Индийском океане вместе с португальцами. Потом европейцы могут проиграть сражение, могут потерять флот, но они занимают деньги у банкиров, и через год у них уже новая наемная армия, новый флот. Вот этой инфраструктуры вне Европы ни у кого не было. Это объясняет, в конечном счете, это объясняет противостояние, потому что через 100 лет уже турки не представляют такой угрозы, какая была сейчас. Почему? Возвращаемся. Почему, собственно говоря, китайцы, выйдя в Индийский океан, не закрепились там? Португальцы начали богатеть, а китайцы как приплыли, так и уплыли. Китайская мудрость конфуцианская, садоводческая, да? Угнетать корни, чтобы лучше рос ствол. Когда дерево разрастается или когда слишком большая корневая система, это плохо. Стволом является сельское хозяйство, крестьянин. А все остальное, это украшение. Слишком дорого обходится, допустим, флот. Это все придумали евнухи придворные, чтобы, значит, императора развлекать. Поэтому конфуцианские чиновники потом советуют императору, откажитесь от этого, денег нет в казне. Зачем это? Жирафы, конечно, эти животные, это очень интересные, но не надо, не стоят они того. И они отказываются от флота, они переносят столицу из Нанкина в Пекин, северная столица. А когда уже во второй половине 15 века один из императоров вспоминает, а что-то там мой предшественник там какие-то корабли строил, он посылает чиновника в Нанкин в архив поднять документы, а чиновник... Правильный конфуцианец совершает патриотический поступок. Он эти архивы сжег, чтобы императору не отвлекать. Чтобы народ, он спас народ от дополнительных поборов, угнетений. Вот ему поставили памятник. Конфуцианская традиция вот таким прославленным людям ставит памятники. Последний пример, классический. Японцы через португальцев освоили огнестрельное оружие. История потрясающая, но 1524 год, да, первый их контакт, они за 50 лет стали производить оружие больше, чем Испания и Португалия вместе взятое ручное оружие, танегасима они назывались, вот, и усовершенствовали их. Европейцы страдали от того, что были фитильные ружья, а когда идет проливной дождь или сырость, фитиль не горит,
действительно. Японцы придумали эту проблему, как решить. Они стали ставить лаковые коробочки на казенную часть, и фитиль горел совершенно нормально. И вот войско под командованием Ода Нобунага в 1577 году разбивает отборную армию самураев. Они вооружили крестьян, научили их стрелять, вести залповый огонь, и они просто, вот как в фильме «Последний самурай», ну, там в 19 веке происходит действие, а это было в 16-м, они вот этот вот цвет самурайского войска положили. Ну, там, да, условия были, скользкое, кони, они еще в загородке поставили, кони не могли быстро нападать. И через какой-то период Япония будет объединена, феодализм будет там покончен, придет сёгунат Токугава, Токугава Иэсо, и этих даймё, этих князей, они будут непокорные, будут уничтожены, покорные будут покорены. Но что делает Токугава, когда приходит к власти? Он запрещает огнестрельное оружие, потому что не рыцарское это дело. Самурай, представьте, какое оскорбление для самурая, когда его, в него стреляет необразованный мужик, вот из крестьянин, из этого самурая, это образец добродетелей. Это бусидо, путь воина, это всевозможное владение оружием. Поэтому это, конечно, это устройство переворачивает всю социальную иерархию. Одновременно такие же вещи происходили в Западной Европе. Лучший рыцарь всех времен и народов, рыцарь без страха и упрека, шевалье Боях, вот, тогда он воевал против Карла V, кстати, он будет убит в Италии выстрелом из аркебуза каким-то подлым крестьянином. И многие советовали, ваше величество, надо запретить огнестрельное оружие. И многие короли говорили, да, мы хотим запретить это огнестрельное оружие, оно богопротивно. Но а вдруг я запрещу, а вот английский король не запретит. И что тогда делать? Поэтому, что очень важно, когда есть сильная империя, и когда у нее нет внешней угрозы, или она минимизирована, эта империя, первое, что делает, старается остановить прогресс. И у нее есть такие возможности. Потому что прогресс технический, он угрожает самой сути империи. Империя – это стабильность социального строя. На Западе империя не сложилась, и прогресс остановить, к сожалению, не удалось. Он развивался все дальше и дальше. И вот тут-то и сыграли козыри Европы. Я не могу сказать, что он был один, их было несколько. Да, географическое положение, абсолютно правы, климатические условия, плюс открытость морю. Историческая возможность общественным институтам, право, кредитная система, представительство, корпорация, университет развиваться раньше формирования сильных структур централизованной власти. Устойчивый плюрализм и многообразие политических форм при обеспечении постоянной коммуникации между ними. Ну, открытость морю, конечно, как пример. Феодализм – это роскошь, но, как всякая роскошь, она, к сожалению, доступна не всем. Очень многие, кто хотели и развивались таким путем, да это естественный путь, да, раздробление власти, о чем еще писал Ибн Халдун, все кончалось очень плохо. Все кончалось для них плохо, потому что их приходили люди, наделенные сильной особией, и уничтожали. А Европе повезло, они здесь как-то исключили. Последнее, что я забыл сказать, вот о чем. Самая уязвимая ахиллесова пята всей этой системы в том, что элиты, ну, извините за выражение, они просто размножаются гораздо быстрее, чем непосредственные производители. По одной простой причине. В подавляющем большинстве социальных систем элиты полигамны, а население основное – моногамно. Ну, потому что больше одной жены трудно прокормить. И одну тяжело бывает. А тут вот, ну, у средней руки императора, ну, было человек 60 сыновей. Было и больше. Эти 60 сыновей и какое-то количество дочерей нужно было как-то содержать. И им подражали. Им подражали чиновники, им подражали аристократы. Ну, любимый мой персонаж – Мулай Исмаил – это султан Марокко, основатель, второй султан шерифской династии, который сейчас правит Марокко. Поэтому не обижайте его, если поедете в Марокко. Вот. Он правил в конце 17-го, начале 18 века, был прекрасным воином. Марокко – это та территория, которая дала отпор туркам. Турки не завоевали Марокко. Он завоевал сборные племена, он завоевал бедуинов. То есть у него была сильная армия, он был ревностным мусульманином. Он писал королю Якову II и Карлу II, Якову II, что у вас проблема с подданными, это то, что вы в ислам не обратитесь. Если вы примете правильную религию, то все вас признают, и вы будете самым лучшим султаном на свете. Он хотел жениться на дочери
французского короля Людовика XIV, но французский король дочь не отдал, зато прислал роскошные резные ворота для города Мекнес. Ну так вот, Мулай Исмаил попал в книгу рекордов Гиннесса, американцы досужие посчитали, что у него было 800 сыновей. Ну, нет, много мы можем сказать там, про многих людей, но это 800 документированных сыновей. То есть у нас есть счета, вот, что, дочек так не... Поэтому не знаем, сколько было дочек. Ну, их кого-нибудь там отдавали замуж, каких-нибудь кочевников, чтобы они не мешались под ногами, и все. А знаете, все-таки... Это, конечно, рекорд. Да, причем он не был каким-то уж очень таким. Это вам не Иван Грозный, который там, распутничал здесь. Гарем, ну, он, конечно, менялся, потому что там естественно, причин. Но вот у него было... Вот, американцы говорят, что биологически это вполне возможно. Поэтому все эти системы, они уже в силу этого династические циклы. Да, три поколения пройдет, и уже народное восстание зреет, потому что кормить это все невозможно. В Европе средневековой, во-первых, моногамия. Ну, вы скажете, знаем мы эту моногамию, у них там бастарды были. Да, бастарды были, но бастард не имеет права наследования. Получить кольцо, получить родительское благословение, может быть, меч, пожалуйста, а вот так, чтобы землю себе, да, нет, это только законно. У них майорат, как правило, иногда очень жесткий, когда все только одному старшему сыну, или майорат, как в Англии, младшему. Иногда мягкий, когда там две трети имущества старшему сыну, а остальному. И, наконец, у них целибат. То есть значительная часть элиты становится духовенными, епископами, там, папами римскими, кем угодно. У них, конечно, могут быть там какие-то дети побочные, так называемые непоты папские, но они, опять же, не наследуют. И уже одна эта система освобождает, среди прочих козырей, которые Запад себе забрал при раздаче, работает на стабильность этой системы. Да это, кстати, почти никто не обращает внимания. Говорит о ценности. Это не то, что они такие ценные. Вот так получилось. Получилось такое стечение разных обстоятельств. Роскошь. Они даже не понимают, как им повезло. Но мы им это объясним. Спасибо.